Каждый год в рамках празднования Дня молодого избирателя в территориальной избирательной комиссии Славянская проходит День открытых дверей для старшеклассников общеобразовательных школ и студентов профессиональных учебных заведений нашего муниципалитета. Мы побывали на этом важном мероприятии. День открытых дверей проводится для повышения правовой культуры и уровня знаний молодых избирателей, привлечения их внимания к предстоящим выборам депутатов Госдумы, которые состоятся 19 сентября этого года. Территориальную избирательную комиссию «Славянская» посетили учащиеся 5 и 16 школ, студенты славянских сельскохозяйственного электротехнологического техникумов, председатель территориальной избирательной комиссии «Славянская» Анатолий Чумаков и секретарь комиссии Елена Горностаева рассказали будущим избирателям об основах избирательного законодательства, об избирательной системе, о работе территориальной и участковых избирательных комиссий района. Мы хотим вас ознакомить с работой избирательной комиссии, чем мы занимаемся, приобщить вас к избирательной системе, чтобы вы поняли, что такое избирательная система, приобщить вас к выборам, чтобы вы усвоили себе и поняли на будущее, что на выборы нужно ходить. На выборы нужно идти обязательно, нужно принимать участие в выборах, потому что именно вы решаете судьбу как нашей малой родины, это нашего Славянского района Краснодарского края, так и в целом всей Российской Федерации. Потому что все зависит от того, как мы с вами придем на избирательные участки, кого мы с вами изберем, и так мы с вами дальше будем жить. Для школьников и студентов была подготовлена выставка с конкурсными работами территориальной избирательной комиссии «Славянская», фотоальбомами о работе комиссии, различными конкурсными материалами по избирательному праву, подготовленными в Славянском районе. Участникам мероприятий были продемонстрированы стационарные переносные ящики для голосования, информационные материалы, методические брошюры и образцы избирательных документов. В ходе дня открытых дверей ребята узнали о том, как проходит процесс голосования и подсчет голосов избирателей, а также применяются новые информационные технологии на выборах. И самое главное, что постарались донести до будущих избирателей, то, что участие в выборах не просто обязанность, а это уважаемо и почет. Полученные знания помогут ребятам в предстоящей им взрослой жизни. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».